Да, кстати, еще хочу сказать, что для звездного неба, для рисования звездного неба понадобится нам кисточка щетина. Если у вас есть, пожалуйста, ее приготовьте. Она очень будет хороша. Почему, вы сейчас поймете в процессе. Итак, я переключаю монитор, камеру, телефон. Переключаю и настраиваю. Так, вроде видно. Угу, да. А я сейчас выключаю комментарии, потом сделаю, включу их обратно, чтобы вам было сейчас хорошо видно. Итак, начинаем рисовать. Начинаем с того, что я беру широкую кисточку, синтетику, мягкую, макаю ее в белую краску, основу всех основ. И так, я сегодня телефон низко сделала, что-то мне не очень удобно, ну ладно. И начинаю замазывать фон белой краской. И мне сегодня понадобится довольно жидкая белая краска. Теперь я беру, вот у меня такой малиновый декоративный цвет есть, вот я его хочу использовать. Можно, кстати, вот таким образом, да, сделать, тоже вариант. Желтый цвет. Синий цвет. Можно светло-синий, можно темно-синий. Вот тут также плавные такие переходы делаем. Чуть-чуть водички, чтобы были вот. Много я воды сделала, ничего страшного. Я макаю. То есть, видите, я такие вот плавные переходы. Еще вариант хочу вам. Беру кусочек салфетки, и можно вот так вот сделать. Салфетка дает интересную текстуру. Еще добавляю черного. Прям не стесняюсь. И еще малинового этой же краской, этой же кисточкой. И сглаживаю переход. Но не обязательно это делать, это я вам показываю просто вот один из вариантов техники. Так, вот я смотрю, у меня комментарии не отключились, я их выключаю опять. Теперь вытираю кисточку. Даже промываю ее. Беру вот ее же большую и макаю в белую краску. Делаю рельеф. Так как у меня влажное, смешивается, это очень хорошо. То, что мне сейчас нужно. Откладываю эту кисточку.
и беру среднюю плоскую кисточку и чуть-чуть черного. Белого. Тут вершинки хочу подчеркнуть, дальние. Черного опять черный цвет. И вот так я немножко делаю вертикальными штрихами. Можно вот такими. Единственное, что беру палитру, я слежу, чтобы моя кисточка была тонкой, была плоской. То есть беру прям вот сейчас еще черного цвета и плоскую делаю кисточку. И вот таким образом. И опять с палитры беру краску. Видите, пока влажная, это у нас такой эффект масляной краски, что как будто мы маслом рисуем. Немножко бликую за счет освещения, но вы, я думаю, посмотрите, когда будете сами свое рисовать, посмотрите, да, что это действительно как масляное письмо. Пусть будет так. Можно вот теперь уже вот так побыстрее. Хотя, по большому счету, лучше придерживаться, да, вот. Письма дрожащей рукой. А теперь я беру тонкую кисточку. Эту я промываю, убираю. Ну вот у меня номер 3 круглая. И опять черный цвет. Я беру и рисую деревья. Да, я сейчас вспомнила, что я не сделала. А я пообещала вам звезды, а сама их не дала. Исправляюсь, откладываю кисточку, беру крышечку, сейчас найду крышечку от белой краски, крышку от белой краски, ну мне, то есть важна маленькая емкость, да, вот, и воды тут сюда наливаю воды немножко, чтобы была жидкая белая водичка, и щетины. Щетины, вот посмотрите, я вот так вот делаю, а вниз направляю и вот таким образом делаю набрызгивание. Причем, смотрите, я в основном где черный фон, потому что внизу эти звезды так видны не будут. И можно даже вот прям пока влажно немножко. Или щетинкой, или пальчиком, да, лучше даже пальчиком размазать, чтобы были, чтобы сохранить прозрачность. Я вот беру прям с кисточки пальцем белую краску и немножко вот такую дымку добавляю. Можно вот опять немножко уже подсохло. Облака. И мне не очень нравится вот тут горы, слишком, с одной стороны, густо, с другой стороны, пусто. Я немножко вот так вот сравниваю, выравниваю, поправляю.
Наша гуашь позволяет поправить многое. Убираю эту кисточку, промываю ее и возвращаюсь к своей тонкой кисточке черной краски. Просто рисую елки. Медитативным образом. Вот они верхушечки. У нас как раз получается подсохла внизу краска. Это очень хорошо. Пока мы рисовали небо. И теперь рисую елочки, пенечки. Такой медитативный процесс рисования этих елок. Видите, я по-разному рисую. Можно вот таким образом, да, по диагонали рисовать. Так будет даже быстрее. Можно вот так вот вырисовывать каждую веточку. Ничего страшного, что веточка на веточку находит, и вроде как не видно ничего. Все видно, все прекрасно. Сейчас мы с вами это... Я вам покажу. Да, вот тут внизу просто горизонтальные такие веточки делаю. Мазки. Очень важно, чтобы гуашь была такая пастообразная. Тогда легче рисовать и насыщенной получается картинка. А еще важно, чтобы вот были разнообразные веточки по высоте. И попробуйте хотя бы 2-3 макушки выделить, чтобы это было видно, что это действительно елочки. А теперь я вытираю кисточку и макаю ее в белую краску. Я вытираю кисточку о бумагу. И макаю ее в белую краску. Сейчас промою от черного. Мне желательно, чтобы была чистая белая краска. Смотрите, что я делаю. Вот так. Повторяю
Веточки в снегу. Нет, не каждая. Но чтобы было понятно, что это елочка, можно выбрать одну какую-нибудь вот вблизи и ее прорисовать. Добавляю белого снега. Можно, кстати, даже не белого, можно чуть-чуть вот малинового добавить. У нас же вот здесь малиновый цвет есть. Отразить это. Больше это будет на верхушках видно. Желтенького чуть-чуть добавить. Желто-белого можно. Так. Ну вот этот край у меня пусть будет более затемненный, поэтому я много белого тут не добавляю, а играю именно цветом желтым, малиновым. Низ прорисовать. Смотрю, что у нас получается. Чуть-чуть белого все-таки добавить надо. Еще вот сюда малинового добавлю. Так, не добавила. И пусть будет она вот такая вот выходит сюда. Захотела я выделить так. Беленький. Можно прям вот тут маленькую такую белую елочку нарисовать. Прищуриваю глаза и смотрю, что получается. На самом деле, вот прищуривать глаза очень-очень важно. И чуть-чуть подальше отходить, вертикально картину ставить. Тогда включается понимание, где что-то где-то не так. Чувствование, точнее. Так как у меня нет возможности вертикально поставить и отойти, я фантазирую. Так, что еще? Ну, можно вот тут немножко белых веточек. Елок много не бывает.
кстати, на канале YouTube выложила новое видео, тоже с елочками. Можете посмотреть. Но там уже не новогодняя тема, а вот небольшой пейзажик. Так, смотрю. Что еще, где еще? Смотрю, смотрю. Ну, можно вот тут, наверное. Так. Ну и вот тут последний внизу. Угу. Что у нас получилось? Можно, если я хочу, да, вот тут еще порисовать немножко всякие, добавить вертикальные штрихи. Лучше подсохшей кисточкой. Это будет эффект, ну, как визуально, как будто вдали у меня лес. Вот тут как раз небо подсохло. Поэтому можно чуть-чуть подрисовать, но с белым. То есть у меня получается он темный-темный. Сейчас с белым разбавить, он будет хорошо. Вот тут у меня как белый еще не подсох и хорошо смешивается. Мелкие вертикальные штрихи. Так, вот тут можно. Но здесь уже надо чуть-чуть белого добавить, потому что слишком темный получается лес. Так. Ну, пусть будет все. А теперь мы вот я еще вот тут хочу. Не все. То есть вот они, мелкие вертикальные штрихи, создают эффект леса. А, да, на этом все. Я включаю ваши комментарии. Напишите, все ли видели, все ли успели, что у вас получилось. Напишите, дайте мне, пожалуйста, обратную связь.